Правоохранители задержали банду угонщиков в Химках. Прокуратура городского округа вынесла обвинительное заключение в отношении нескольких человек за кражу 5 автомобилей. Общий размер ущерба – около 5 миллионов рублей. Машины пропадали со стоянок, краденные автомобили перепродавали или сдавали в металлолом. Для злоумышленников это не первое нарушение закона, но теперь им грозит срок до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Виновные лица подлежат обвинению, уголовное дело будет рассмотрено в Химкинском городском суде. И, соответственно, лица будут привлечены к уголовной ответственности. Если у вас угнали машину, нужно сразу звонить в полицию. Тогда есть возможность быстро отследить путь автомобиля и найти угонщиков по горячим следам.